Всем привет! Сегодня мы разберем, распакуем, а потом посмотрим, что из себя представляет паяльник для никелевых пластиночек. Ну, для батареек. Вот все их спаивают, им батарейки. Кстати, напоминаю про розыгрыш. Вот в этом видео он у меня. Зайдите, там условия вообще простые. Такой шуруповерт разыгрываю, бритву, три фонарика и пауэрбанк. Такой вот компактный. Там подписаться и комментарий написать. Дерзайте. В общем, шел он, блин, долго. Мне сейчас провод пришел за неделю на Камчатку. И с деком я получил. Этот шел 70 дней. Лишь бы работал. В принципе, ничего страшного. Ну, посмотрим. Он такой тяжеленький, кстати. Никелевая пластина тут есть. Такая вот какая-то памятка. Провода, кстати, такие эластичные. USB зарядка Type-C. Так, вот так вот он выглядит, такой увесистый. 650, это батарейки, так, 5000 мах написано, да. Input, output 5 вольт, 2.1, а, это, кстати, зарядка, output 2.1, вот он, выход. Так, здесь у нас, это вот разъем зарядки. Так, длинное нажатие, on-off, short press, короткое нажатие, выбирать режим работы. Здесь, кстати, еще фиговина какая-то. Так, здесь у нас два разъема. Так, оп, нажмем, что он нам покажет. Ничего-то не показывает, что разряжен. Ну, 70 дней шел, я не знаю, саморазряд, наверное, элементарно его мог убить даже. Хотя 70 дней, что это для 5000 мах, да? Давайте посмотрим, что внутри. Ну, внутри у нас вон что. Я думал, здесь будут нормальные баночки, а тут вон плоский аккумулятор. Так, светодиоды прямо на платке, вот они. Вот такая вот система, сейчас вытащим все. Вытаскивается. Все, все вытащил. Так, вот у нас что здесь. Зарядка. Так, две аккумуляторные батареи. Так, и вот они так вот они двумя контактами зафигачены. А где же зарядка-то идет на них? Это непонятно. Тоже через эти контакты, что ли? Так, ну ладно, я сейчас его заряжу и дальше будем смотреть, как он работает. Я до этого взял еще вот такой комплект. Коробочку для него даже сделал. С окошком. Вот, вот так вот. Хоп. Все, ну это я, ладно, попозже, наверное, соберу. Тут остался, грубо говоря, только добавить трансформатор. Ну и все, ну и щупы там как-то разместить. Вот такое вот устройство, это тоже сварка. Ну и что-то руки не доходят, ну и трансформатор надо найти. И тут лазил на Али, что-то вот нашел. Вот такой вариант. Сейчас посмотрим, на что он способен. Но если что, попозже сравним, что к чему у этого и у этого. Все, заряжаем. А, это светодиодик здесь. Вот, при зарядке у нас загорается светодиод красный. Ну что, прошло пару дней. Итак, смотрим, что у нас здесь. Кратковременное нажатие ничего нам не дает. Долгое нажатие дает нам вольтаж левел. Полная банка. Так, значит, подключаем. Сейчас попробуем сварить что-нибудь. Так, плюс-минус здесь без разницы. Так, кратковременное нажатие, кстати, что у нас дает? 2, 3, 4, 5. Мы выбираем, то есть, мощность для нашего сварочного аппарата. И сейчас я сварю. Вот у меня есть батарейка. Я сварю вот так. И вот так. Хотел пожестить. Ну ладно, конечно же, я сварю две батарейки. Сейчас посмотрим. Так, ну вот, например, я хочу минус, да, батарейки сварить. Неудобно все это. Ну ладно, вот так положу. Power level 1 у нас. Ну, буду говорить, что к чему. Пока не замкнул, буду теребиться тут. Так. Одной прижал, второй. А, видите, не пришпарился. Но это самое, есть следы. То есть я прикасаюсь обеими. И он потом уже сам, вот смотрите. Раз. Оп. То есть он чувствует, когда замыкание. О, блин, чуть-чуть даже приварил. Power level 2 у нас не сработал. Так, ставим 3. Так, цифра 3 у нас. Ну, 3-то приварит, я думаю. Так, ставим. Раз. И. Так. Теперь смотрим.
тоже хреново. Ну-ка, 4 что ли? 4. Может там, блин, сама батарея какая-то не очень. Ну давайте. Так, прижал. Оп. Даже дымок пошел, даже кстати, чуть-чуть. Опять отваливается. Может быть там сам металл говно? Ну все, power level у нас будет 5. Смотрим. Или никель, может, не тот. Не знаю. Тоже отваливается. Так, давайте попробуем несколько точек теперь. Вот я прижал. Это у нас, напомню, на 5-м самом уровне. Так, power, вольтаж, левел у нас целиком полностью, все мощно. Так, все. Ну, как бы держится, но хреновато. Так, теперь я хочу, может быть, другой попробовать. Давайте вот с этой, с плюса попробуем. Может быть, здесь получше будет как-то. Да, кстати, провода чуть-чуть нагрелись даже. Таким образом. Так, попробуем потянуть. Ну, уже с трудом, кстати, некоторые. Не прожаривает до конца, но... Оставляет, короче. Или давайте между собой уже, как, блин, как вот, для чего оно существует, да, для того мы его и сделаем. Так, оп, я просто побольше точек наставлю. О, блин, отвалилось сразу. Чё такое-то? Так, а это чё? Не, ну это нормально. Короче, я не знаю, может, это пластинка хреноватая. Так, пока что у нас все целиком, полностью все заряд держит. Так, две батарейки у нас, блин, не получилось спарить. Давай попробуем другие. Так, недавно заказал такие железофосфатные, короче. Лифепо. Вот, они уже приварены здесь. Сейчас попробуем, короче, не вот с этой. Это я бы заказал, вообще хочу в квадрокоптер вставить батарейки вот эти. И у меня квадрокоптер Xiaomi Mi Drone, не который не 4К только, а 1080. Вот, туда хочу такие батарейки вставить, потому что та сдохла, старый дрон уже. Между собой пластины, в общем, попробуем. Ё-моё. Батарею не пробил. Фига себе, она приварилась. О. Так, попробуем просто. Может быть, здесь металл у этих аккумуляторов не очень, он сюда как бы не приваривается. Попробуем просто ленту к ленте. Ого, пододвинулся. Один раз я это сделал. И как бы такое отсоединение. Блин. Не, ну с трудом отрывается. Так, если поменьше power level возьмем. Например, 2. Попробуем. Двоечка. Ну, норм. Норм. Ну это да, на разную толщину никелевых этих полосок. Вот, в общем, работает аппарат. Сейчас я попробую к этой, вот эту ленту. То есть, а, ну лента к ленте, но она прилипнет сейчас, смотрите. Ну троечку поставил. Оп. Ну и как бы с трудом отрывается. В принципе, нормальная тема. Так, а вот, блин, к самой батарее. О, вот. На жопе попробуем. Троечка. Оставляем троечку. Отлетает, да? Пятерочку. А если еще раз сюда? Все равно отлетает. Так. Пятерочку давайте почаще. И в одно и то же место. Вот такой узор получился.
Ну вот уже что-то, да? Как бы что-то есть. В общем, что, вариант нормальный, да, вроде бы так. Что еще проверить-то? Провода, что хорошо, эластичные, прикольные. Но они, вот я несколько раз фиганул, да, и они греются. Вот, а ну-ка, если ножик мы попробуем. Ого! Нафига себе, нож почти что прожгли, охренеть. Блин. Так, что еще, блин, прожечь-то? О, давайте на твердом металле. Ну, как твердый, китайские плоскогубцы. Кстати, можно маркировать инструмент. Заметили, провода дергаются. Смотрите. Он дергается, вот здесь провод. И вот такой вот у нас результат. Ну, то есть запас мощности в этой штучке маленькой. Так что, в принципе, нормально все работает. Она не горячая сама. Ну, блин, надо разобрать батарейку, посмотри-ка. Вольтаж левел полный. Так, ну и зарядку сейчас проверю еще. Что она там выдает потоку максимально. 2.1 поддерживает, нет? Через вот такой тестер, короче, сейчас попробуем, сколько выдает максимум USB. Ну, вот, 1 ампера, да, грубо говоря, и уже 4 вольта. 2 ампера, 4 вольта, просто ровно. Ну, все, и там дальше пошло. 2.1, короче, здесь нет. В общем, для зарядки такой аппарат не подойдет, конечно. Ну, вообще, такая штука, как бы, интересная и компактная, и это самое. Ну, я ее не планировал использовать как зарядное устройство. Вот. А как сварка, она, в принципе, работает. Ну, надо подобрать только правильную вот эту вот никелевую пластину, как она там называется. Вот. И варится. Просто надо несколько раз и все. Так что рекомендую, как неплохой, недорогой вариант. Ну все, всем удачи, мира и добра. Пока-пока.